Самый проверенный боец финалов Лиги чемпионов в составе Ростов-Дона – черногорка Катерина Булатович. Правый полусредний выигрывала самый престижный европейский клубный трофей 4 раза. Для круглого счета просто необходим 5-й. Конечно, я взволнована, но в первую очередь счастлива от того, что снова в финале. Сейчас каждую секунду чувствуется возбуждение перед сражением за трофей. Но с другой стороны, я совершенно спокойна, потому что я знаю, как это, и не испытываю давления, в отличие от других девчонок. С сезона 13-14, когда Кубок Лиги чемпионов начали разыгрывать по системе финала 4, Катя Булатович не пропустила ни одного финала. А вот для большинства донских гандболисток это будет впервые. Зато после уверенной победы в чемпионате страны. Для нас такая победа была слаще, можно сказать, даже, может быть, чем в том году, потому что, на самом деле, выходя с 3-го места, да, мы не играли дома, к сожалению, не порадовали своих болельщиков, да, дома. Вот, и поэтому, выигрывая там, в Тольятти, все, там мы оставили все празднования, приехав сюда, мы стали работать, тщательно разбираем все, конечно же, мы впервые в финале 4 и очень ответственно к этому подходим. В тренировочном зале тренерский штаб повесил план на нескольких листах. Мы их, конечно, сняли, но показать можем только в таком виде. Ведь сейчас ведется целенаправленная подготовка именно к Вардару. А там и тренер, и ряд игроков могут подглядеть и понять, что для них готовят ростовчанки. Это план для девчонок, то, над чем нужно работать всю неделю. Небольшие тактические аспекты и некоторые моменты для настроя на победу в турнире. Мы хотим играть как молодая команда, но с большим количеством опыта. Будем надеяться, что французские секреты донского гандбола станут большим сюрпризом для Вардара, а затем и соперника по решающему матчу. Лев Клинов, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону.